Мотор! Всем привет, друзья! Мы начинаем новую рубрику на моем канале, она будет называться «Кто круче?». В этой рубрике будут соревноваться разные атлеты, спортсмены в разных направлениях. Подтягивания, отжимания с весом и так далее. Но сегодня у нас будут соревноваться Даниил, Слава и Андрей. Они будут соревноваться в выходах силой. У них будет всего лишь одна минута, и за одну минуту они должны будут показать свой максимальный результат, который они могут. И все выходы должны быть в предельно хорошей технике. В конце решать будете вы, кто выиграл. Итак, друзья, у меня уже в руках секундомер. Начинает первый Данек. Полетели. Три. This money is spent, hey, throwing a lot of events, hey, throwing for me and my friends. Братишка, да ты суставы забыл смазать. Till I am dead, hey, I'm gonna make it, you'll see. Trick, give it some time and you'll see. Залезольчику тебе подкинуть. Your mind you could be it. Live every day with no regret. Making mistakes and then reset. Go on and hate me, because I do what I do. Go on and hate me, cause I got nothing to prove. Go on and hate me, cause I got nothing to lose. Go on and hate me, go on and hate me. Yeah, that's okay. Это просто, ну, эти выходы силы в экстремальных условиях. Время вышло. У Дани получилось 11 выходов за одну минуту. Очередь Славы. Давай, Слава, что ты стоишь, мнешься как ёлка. Запуск. I could do this all day, I could hear them all hate. Don't care what they all say, I'm gon' do it my way. Got 'em like, whoa, I got 'em like, whoa. Got 'em like, whoa, I got 'em like, whoa. Yeah. Итак, друзья, Слава сделал 14 раз, теперь очередь Андрюхи. Полетели. Ну, молодые парни, а скрипите как карету. Ну, я просто за него болею, поэтому, ну... Как бы в его случае я наоборот готов вот так. Оп! Туда. Или стоять перед ним с кулаком. Дай бог 15 не сделаю. Yeah, hurts every time that I see. Yeah, need a couple last minute sleep. Yeah, I'ma get big, I'ma be lit. Y'all gonna hear about what I did. I'ma get huge, I'ma be rich. Cause I feel the void like I'm filling up. Давай, Дрюня. Тебя верит пол Ютуба. Gonna be the one with the hits, bro, get lit. Go on and hate me, because I'm better than you. Go on and hate me, because I'm making my move. Go on and hate me, because I know what to do. Go on and hate me. Все, не успел. Итак, друзья, вот мы и подошли к концу. Челлендж выполнен. Получилось у Данька 11, у Андрюхи 14 и у Славы 14. Теперь в комментариях вы можете сами решить, кто выиграл. Потому что, возможно, Даниил сделал 11 идеальных выходов, по вашему мнению. Андрюха и Слава, может быть, читерили. Поэтому вы пишите в комментариях, по вашему мнению, кто победил. И также, ребята, теперь вы можете выбирать в комментариях атлетов, которые могут соревноваться друг с другом. Это может быть 3 атлета, может быть 2 и так далее. И пишите сразу же рядом упражнения, в которых вы хотите, чтобы они просоревновались. То есть, возможно, это подтягивание с весом, отжимание с весом на брусьях и так далее. Пишите, мы ждем. А так, спасибо огромное за внимание, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на нас всех, ссылочки будут в описании. И увидимся в следующем выпуске. Пока!